А здесь интересно. А что вы делаете здесь на площадках? Играют и не только. Помимо подвижных и спортивных игр – образовательные программы. На площадке возле 76-й гимназии дети участвуют в проекте «Дагомыс лето». Его суть – погрузиться в историю поселка, узнать о знаковых местах, интересных фактах, людях и объектах. Вот такой проект, который вот объединяет творческих детей класса. И все это в результате выливается вот в такие газеты, которые они печатают. Вот видите, фотографии 57-го года и 17-го года, 50-го. Это все искали дети. Школьники с большим удовольствием изучали историю малой родины. Свои проекты уже защитили 10 команд, впереди еще 14. Итоги подведут в конце лета. Эта работа была очень интересная, как для меня, потому что весь этот поиск информации, знакомство с многочисленными людьми. Этот проект было очень интересно делать, потому что мы узнали очень много о Дагомысе, о нашем поселке, в котором мы живем. В перспективе на основе, в том числе собранных школьниками материалов, 76-й гимназии планируют открыть музей. Глава Сочи отметил, площадки с такими образовательными программами необходимы курорту. Их должно быть больше, ведь лето полезным должно быть не только для здоровья, но и для ума. Проект «Площадка нашего двора», он рассчитан на то, чтобы все детки не просто летом с мамами и с папами отдыхали, это тоже нужно, но могли, имели возможность каждый день прибыть на площадку и здесь совместно отдыхать, заниматься спортом, заниматься творчеством. Всего же в Сочи продолжают работу 147 площадок нашего двора. Последняя открылась в июле в Красной Поляне во дворе дома для переселенцев. Инга Габеша, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.